Детская библиотека номер 9 округа Майская Горка представляет вашему вниманию мастер-класс, посвященный Году культурного наследия народов России. Предлагаем сделать вместе с нами открытку, украшенную элементами северной росписи. Край русского севера знаменит своими умельцами, народными мастерами, способными из дерева вырезать любую домашнюю утварь, орудия труда и расписать их красками. Сказочные туеса, короба, шкатулки и сундуки, ковши, чаши, прялки и люльки в каждой местности делали по-своему, но везде одинаково хорошо. Народные росписи, рожденные на берегах рек Северной Двины, Мизени, часто объединяют общим названием – северодвинские росписи. Нашу открытку мы украсим пучужской росписью. Пучужская или пучугская – одна из видов росписи, встречающихся на берегах Северной Двины. Центром росписи считается село Пучуга, расположенное в 25 километрах от Барка Верхнетоймского района. Это графическая роспись встречалась на прялках крестьян Архангельской области. Пучужская роспись выполняется на белом фоне ярко-красными цветами. Зелень листочков и вкрапления золотистого цвета оживляют красивый узор. На традиционных трилистниках белые точки смотрятся как бусы. Роспись мелкая, легкая, ажурная, с различными жанровыми сюжетами и птицами, клюющими ягоды. В основе этой росписи по дереву лежит яркий рисунок, в котором преобладает красный цвет. Элементы орнамента пучужской росписи – это растительный узор, узорные бордюры, розетки, птички. В символической форме образы орнамента передают пожелания счастья, благополучия, выражают почитание живительной силы природных стихий – огня, воды, воздуха и земли. Такими условными знаками человек выражал свое понятие о мире. Ну а сюжеты брались из жизни. Например, птица – это символ зарождения, начала и надежд, предвестник урожая. Дерево или древо жизни – это один из любимых сюжетов. С ним связывалось представление о могуществе сил природы, о зависящем от нее благополучии человека и его счастье. Это символ самой жизни, с ее плодами и потерями, сменой периодов. Приступим к изготовлению открытки.